ЧП в Барнаульском аэропорту. Сегодня утром при посадке на самолет рейса Барнаул-Москва обвалился трап, и люди упали вниз. Несколько человек получили серьезные травмы. Как рассказали пострадавшие, верхняя часть трапа сложилась, и пассажиры буквально сыпались с 5-метровой высоты. Двое с переломами доставлены в первую городскую больницу. Еще трое, как рассказали пострадавшие, после осмотра отказались от госпитализации и все же улетели в Москву. Рейс был задержан примерно на полчаса. В Барнаульском аэропорту пока от видеокомментариев отказываются, но информацию о ЧП подтверждают. Ведется служебное расследование и выясняются причины произошедшего. Как только будут они выяснены, тогда можно будет какие-то официальные комментарии давать. Сейчас пока не можем сказать причина. Регулярно проводится обновление технического парка. У нас регулярно проводится предполетный техосмотр транспортных средств на наличие каких-то неисправностей. Подробный материал на эту тему смотрите в вечернем выпуске новостей.